Александр Пушкин был известным русским писателем. Он родился в 1799 году в Москве. Его семья была дворянской. У Пушкина были брат и сестра. В детстве он любил читать. Он учился в специальной школе для молодых дворян. Он начал писать стихи, когда был очень молод. Пушкин написал много стихов и рассказов. Он часто писал о любви, природе и русской истории. Его самая известная длинная поэма называется «Евгений Онегин». Пушкин очень хорошо писал на русском языке. Многие называют его отцом русской литературы. Пушкин также писал короткие рассказы. Одна из известных историй – «Пиковая дама». Иногда правительству не нравилось то, что он писал. Пушкин женился, и у него было 4 детей. Он умер в 1837 году после дуэли. Ему было всего 37 лет. Русские считают Пушкина одним из своих величайших писателей. Кто ваш любимый русский писатель? Напишите в комментариях. Time to practice. Listen and repeat. Александр Пушкин был известным русским писателем. Александр Пушкин был известным русским писателем. Он родился в 1799 году в Москве. Он родился в 1799 году в Москве. Его семья была дворянской. Его семья была дворянской. У Пушкина были брат и сестра.
У Пушкина были брат и сестра. В детстве он любил читать. В детстве он любил читать. Он учился в специальной школе для молодых дворян. Он учился в специальной школе для молодых дворян. Он начал писать стихи, когда был очень молод. Он начал писать стихи, когда был очень молод. Пушкин написал много стихов и рассказов. Пушкин написал много стихов и рассказов. Он часто писал о любви, природе и русской истории. Он часто писал о любви, природе и русской истории. Его самая известная длинная поэма называется «Евгений Онегин». Его самая известная длинная поэма называется «Евгений Онегин». Пушкин очень хорошо писал на русском языке. Пушкин очень хорошо писал на русском языке. Многие называют его отцом русской литературы. Многие называют его отцом русской литературы. Пушкин также писал короткие рассказы. Пушкин также писал короткие рассказы. Одна из известных историй – «Пиковая дама». Одна из известных историй – «Пиковая дама». Иногда правительству не нравилось то, что он писал. Иногда правительству не нравилось то, что он писал. Пушкин женился, и у него было 4 детей. Пушкин женился, и у него было 4 детей. Он умер в 1837 году после дуэли. Он умер в 1837 году после дуэли. Ему было всего 37 лет.
Ему было всего 37 лет. Русские считают Пушкина одним из своих величайших писателей. Русские считают Пушкина одним из своих величайших писателей. Кто ваш любимый русский писатель? Напишите в комментариях. Кто ваш любимый русский писатель? Напишите в комментариях. Listen to the story one more time. Александр Пушкин был известным русским писателем. Он родился в 1799 году в Москве. Его семья была дворянской. У Пушкина были брат и сестра. В детстве он любил читать. Он учился в специальной школе для молодых дворян. Он начал писать стихи, когда был очень молод. Пушкин написал много стихов и рассказов. Он часто писал о любви, природе и русской истории. Его самая известная длинная поэма называется «Евгений Онегин». Пушкин очень хорошо писал на русском языке. Многие называют его отцом русской литературы. Пушкин также писал короткие рассказы. Одна из известных историй – «Пиковая дама». Иногда правительству не нравилось то, что он писал. Пушкин женился, и у него было 4 детей. Он умер в 1837 году после дуэли. Ему было всего 37 лет. Русские считают Пушкина одним из своих величайших писателей. Кто ваш любимый русский писатель? Напишите в комментариях. If you want more videos like this, click the like button and make sure that you are subscribed to our channel.